Марс и Земля – рукотворные планеты Солнечной системы. Это результат совместной работы воспитанников Центра творчества. Сегодня их эксперименты с акрилом стали частью экспозиции в КЦ Красногория. Когда смешиваешь краску, то есть ты не знаешь, что у тебя получится. Ты ее выливаешь, и может получиться совершенно любой. Из двух цветов может вымешаться какой-то новый интересный цвет. Участие в выставке стимулирует ребенка к достижению новых целей для себя, достижению новых результатов. Выставка проходит в рамках традиционного фестиваля-конкурса «Уникум». Центр творчества – постоянный его участник. Всего в номинации «Красногорская палитра» представлены 78 работ. Разной сложности, но каждая со своим очарованием. Уже совсем скоро по итогам смотра в трех категориях будут определены 9 победителей. Судить сложно. Мы собираем независимое жюри, то есть это художники-профессионалы, которые никак не заинтересованы ни в одной школе. Они выбирают победителей и на гала-концерте 20 апреля будут присуждены лучшие места в живописи, в графике и в декоративно-прикладном искусстве. Марина Воронова не только председатель жюри фестиваля «Уникум», но и заведующая отделом выставочной деятельности в ДК. И по ее словам, участникам красногорской палитры уже тесно в таком зале. Так что в следующем году работы конкурсантов будут экспонированы в картинной галерее Дворца культуры.